11-летний Антон Ганюшкин впервые в жизни увидел свой отпечаток пальца. Эксперты-криминалисты рассказали, как с помощью дактилоскопии можно найти преступника или пропавшего без вести. Такие беседы в игровой форме проводились в рамках акции «Безопасное детство». У Антона по поводу своей безопасности есть личное мнение. Родители нас защищают, нас с детства, они за нами ухаживают. И, ну, это зависит от нашего будущего. А вот как защитить свое чадо, у родителей вопросов всегда много. Поэтому по инициативе уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анны Кузнецовой на 3 летних месяца была объявлена всероссийская акция «Безопасность детства-2019». И пока дети, играя, рассуждали, как обезопасить себя, родители могли получить консультации психологов и юристов. Столы экспресс-помощи не пустовали. Были вопросы имущественного характера, связанные с защитой имущественных прав детей. Вот. Были вопросы по как организовать досуг ребенка, допустим, вот куда лучше поехать, есть какие возможности имеет Одинцовский район. Вот. Возможно, вот также вопросы, связанные с защитой от компьютерных правонарушений. Это и вопросы взаимоотношений с самим собой и с другими. Это вопросы поведения, это вопросы налаживания контакта. То есть те вопросы, которые, собственно говоря, сопровождают нашу жизнь. Акция объединяет усилия заинтересованных структур и гражданского общества в вопросах профилактики и предупреждения чрезвычайных происшествий с детьми в период летних школьных каникул в местах массового отдыха и развлечения детей и семей с детьми. Как себя вести дома, в быту, для того, чтобы, жизнь и здоровье свои не подвергать опасности. Мы уделяем огромное внимание этому вопросу. У нас все силовые службы сотрудничают с нами в Одинцовском городском округе. И сегодня у нас ответственное мероприятие, поэтому мы обязаны были при любой погоде провести. Криминалистам пришлось спрятаться в помещении. Отпечатки пальцев дождь не любят, а вот поисковики и спасатели работают при любой погоде. Впрочем, научиться и научить безопасности непогода не может быть помехой. Итоги акции подведут уже в октябре. Василиса Ивашкина, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».